Беременность – это удивительный, волнующий и самый долгожданный момент ожидания малыша. Информполис уже в пятый раз проводит фестиваль для будущих мам «Временно беременна». В этом году фестиваль собрал рекордное количество участниц – более 120 беременных. Идея проекта в том, чтобы в одном месте собрать будущих мам и родителей и обеспечить их необходимой нужной информацией. Сегодня на мероприятии у нас представлена выставка товаров и услуг для будущих родителей, а также у нас будет представлена хорошая концертная программа с отличными конкурсами и призами от наших партнеров. В рамках фестиваля будущие мамы и папы могли пообщаться с ведущими специалистами в сфере педиатрии, акушерства и гинекологии и узнать о новинках в области товаров и услуг для мамы и малыша. Но я думаю, что Диамед вообще изначально ассоциируется как раз с беременностью, с счастьем ожидания малыша. Хотя у нас сейчас много новых других областей медицины мы охватываем. Но именно беременные женщины – это наши любимые пациенты. И сегодня мы готовы проконсультировать беременных мам или тех, кто собирается стать беременными. В течение мероприятия проходили конкурсы и розыгрыш подарков от спонсоров, мастер-классы по гимнастике цигун и плетению мандалы. А специальный гость мероприятия из Москвы, певица Татьяна Моргай, не только порадовала гостей своим прекрасным исполнением, но и рассказала свою историю беременности.